Приветствую, дорогие друзья, всех на моем канале. Давайте посмотрим послание духов предков вашего рода. Что хотят передать, рассказать. Сегодня у нас канун полнолуния, сегодня ночью полнолуние. Беру оракул полнолуния, энергии очень сильные. Поэтому... будем смотреть сейчас. Что хотят передать, рассказать духи, предки вашего рода. Смотрите, уху-ху, кому-то на отношения были сделаны остуды. Как огнем нужно это снять, освободиться, потому что крысы это сделали. Сам Бог Отец здесь говорит, с помощью огня освободиться от остуд на отношения у кого-то. Кому-то, что похолодел мужчина, женщина. Так. Излечите вы свое сердце. Излечите, все будет хорошо. Все будет хорошо. Наладится здесь у кого-то отношения, по-видимому, тупик, труд. Выход из тупика. Смотрите, из тупика, из сетей. Какое-то известие вы получите от мужчины. От мужчины получите известие. Вы поймете, что мужчина был в тупике, в сетях каких-то. Сообщение, приезд мужчины, приход. Сейчас я посмотрю здесь. Видите, там остуда, вот они, тупики, сети. В чьи-то сети мужчина у кого-то попался. У змеи какое-то будет препятствие. Слушайте, вот это вот, как только начинаю делать, начинают дети кричать на площадке. Так, хандра, солнце и снадобие. Излечится ваша ситуация, вы узнаете, что какая-то змея попадает прямо в тупик. Еще и карта, смотрите, какая. Ух, как. Да, у вас ситуация-то излечится, а вот у человека будет все совсем там, все плохо совсем. Не хочу говорить. Сами все видели. Там заболевание. Совсем-совсем не очень хорошее. Такое было послание вам. Всего вам доброго. До следующих видео.